Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении End-Meaning Profiling. Данное расширение вам позволит объединить все ваши расширения в одном большом расширении. Давайте вам все расскажу по порядочку. Нажимаю вот на эту синенькую полосочку, это ссылочка на Яндекс расширение, и нажимаем «Установить». Установили. И покажу наглядно вот здесь. Как вы можете видеть, вот оно у меня, данное расширение. Нажимаю на него. И вуаля, смотрите, здесь находятся все мои расширения, которые есть в данном браузере. Вы, как видите, их большое количество. И чтобы их все объединить, здесь есть вот такие вот профили. Но данные профили, я как убедился, работают не совсем корректно, не совсем как мне надо. Именно поэтому я пользуюсь данным расширением вот таким образом. Смотрите, ставлю на самую первую вот эту галочку, вот эту вот верхнюю часть, и пользуюсь по факту, которые мне нужны расширения. Ну вот, к примеру, мне сейчас понадобилось, ну, например, рекламу отключить. Нет, или что вот сейчас понадобится может? Ну, например, вот данное расширение, вот это вот понадобилось. Еще сейчас что-нибудь понадобится. Ну, к примеру, я говорю. Так, вот, очень хорошее расширение. И вот это вот мне очень сильно нравится расширение. Самые такие вот лучшие в своем роде. Это расширение тест на чтение. Все расширения, которые вам будут интересны, у меня есть в плейлисте. Если вам будет интересно, в конце ролика у вас появятся вот здесь вот разные окошечки. Нажмите вот на это окошечко, которое будет вот в этом углу. И вы перейдете в мой плейлист. Так, ну давайте покажу. Смотрите, вот сейчас я буду отключать вот это расширение. Нажимаем «Отключить». Смотрите, есть «Отмена», есть «Продолжить». Но запомните, не нажимайте на вот это «Удалить». Вы не удаляете расширение, а удаляете расширение вот это. Понимаете? Пазл вот этот вот удаляете в виде. Расширение в виде пазла удаляете по-простому. Нажимаете «Удалили расширение». А если так, отключаете расширение, которое вам надо. Так, вот смотрите, вот это хочу отключить расширение. Нажали, отключили расширение. И вот это хочу отключить расширение. Очень удобно. Но, также, смотри, в чем плюс данного расширения. Вы можете копировать название данного расширения, чтобы его загуглить, если вам вы не знаете, вот что за данное расширение. Вот, например, вот смотрите. Давайте вот искать в Яндексе, ну, к примеру. Вот в видео, например, вот раз, и зашли, посмотрели, что это за расширение. Вот, кстати, мой сайт. Так, вот, и сразу нашли, вот, что это за расширение. Также, в чем еще интерес данного расширения? А в том, что он показывает версию. Видите, версия, какая версия у вас? Последняя версия. Вот, например, вот сейчас покажу на печеньках. У меня здесь где-то печеньки, вот. Вот видите, вот эта версия. И сейчас найду, еще где-то у меня тут печенька была. Это сейчас могу найти, конечно. Вот, видите, 1.4 и 1.5.5, да? Вот, 1.5.0. Вот это более свежая версия, как вы можете видеть. Даже такое есть. Ну, расширение, скажу, 10 из 10 звезд. Вот с ним я себя чувствую очень комфортно. Потому что я постоянно пользуюсь расширением, большими количествами. Постоянно, в какой-то случае, вот надо смайлик поставить. Вот, в разговоре вот тут вот есть вот смайлик. Раз, нашел, вот смайлик нужен. Раз так, достал смайлики, поставил, какой вам нужен смайлик. Или еще какое-то расширение вам нужно, вот. Вот IP-адрес защитить, например. Или рекламу отключить в браузере. Ну или в YouTube, если вы так хотите. Вот VPN также защита есть. Вот также вот это все-таки я рекомендую. Вот этим IPN использовать, если вы хотите. VPN защиту. Также вот. Ну, в целом расширение, скажу, 10 из 10 звезд и не меньше. Советую всем без исключения, потому что вот
кто пользуется большим количеством расширений, те меня поймут точно. Не сомневаюсь. Будет большое спасение, потому что, ну, вот такое количество расширений, вот, знаете, на пол стола вот здесь, вот, когда было у меня, вот, ну, сами понимаете, неудобно. А когда вот здесь включишь расширения нужные, попользовался, отключил. И не надо лазить вот в это, вот сюда вот, чтобы каждый раз нужно залезть, вот сюда. Подождаться, пока она загрузится. И потом смотреть, еще искать. Вот, раз пролистал, опять по 10, по 15 раз. Нет, вы что? Вот, самый лучший вариант. Все написано, как положено. Включено, выключено. Кстати, все включенные расширения находятся в верхней части, а выключенные снизу. Их анархии здесь, я заметил, точно нету анархии. А по профилям я вам не советую работать, потому что не особо удобно. Вот видите, профили вот какие у меня есть. И все как бы профили так не особо работают, как бы я хотел. Понимаете? Вот так вот. Ну, сами видите, расширение мне понравилось. Надеюсь, вам понравится. Ставим лайки, ставим подписки. Не забываем комментировать. И всем удачи!